В части разминки очень важно еще дать время человеку самостоятельно найти свои неразмятые места и минут 5 их доразмять. После этого мы можем подготовить себя к основной работе. То есть в основном это у нас бой с тенью. Почему бой с тенью? Потому что бой с тенью – это такая работа, которую мы будем делать. Такую же работу мы будем делать только на мешке. Поэтому мы будем делать бой с тенью сейчас. И очень важно здесь, конечно, во время боя с тенью думать о правильности своих действий. То есть не обязательно торопиться во время боя с тенью. Во время боя с тенью нужно нам синхронизировать ноги с руками. То есть, чтобы вся энергия шла у нас от ног к рукам. Не обязательно быстро бить сразу. Вот, так что поехали. Стараемся подбородок опустить пониже. Во время боя с тенью обязательно надо думать то, что мы будем делать в основной работе. То есть будем делать в основной работе мы больше прямых ударов акцент. Значит, во время боя с тенью стараемся делать те же самые прямые удары. Сделав раунд, иногда два, иногда три, в зависимости от плана тренировки, мы готовимся к основной работе, бинтуем руки.